Мы в эфире. Отлично. Друзья, всем привет. Здравствуйте, здравствуйте. Видно, слышно? Кто-нибудь плюсик поставьте, что мы в эфире, что нас всех слышно. Слышно, видно нас. Отлично. Так, сколько у нас уже? 62 человека. Ну, давайте тогда никого, наверное, не ждем. Двигаемся дальше. Так, сегодня начну я нашу планерочку, как всегда. С какого вопроса хочу, друзья, начать? Очень часто слышу вопросы, что вот структура растет, и люди не все понимают, зачем они, собственно, пришли. И вот как раз хочу сегодняшнюю планерку именно этому посвятить, друзья. Смотрите, что мы с вами делаем. Наша задача, на самом деле, так как мы финтех, нету задачи через сеть подсоединить всю страну. Мы вам дали великолепные инструменты для того, чтобы, как это будет происходить, оцифрует всю страну бизнес, который мы поставим на платформу. Именно бизнес, который мы решаем, их задачи. Во-первых, это оцифровка, это коммуникация, вы все про это знаете. И опять-таки, они могут монетизировать свой бэкграунд, потому что любой бизнес нуждается в деньгах, собственно, как каждый гражданин Российской Федерации. Поэтому, если мы с вами возьмем калькулятор, я вместе с вами возьму калькулятор, мы сейчас видим скорость подключения бизнеса. Мы еще не дали вам личный кабинет, а уже достаточно большое количество бизнесов включилось на маркетплейс. Да? То есть это сделали наши стажеры и лицензиаты. Итак, друзья, вот на сегодняшний день подключено порядка 20 уже компаний и падают заявки каждый день. Как только мы дадим вам личный кабинет, и вы его посмотрите, и вам будет с чем идти в бизнес, скорость увеличится многократно. Вот смотрите, что мы с вами, какую картину. Просто набираем 1000 компаний, которые мы с вами оцифруем уже в ближайшие несколько месяцев. Что даст нам 1000 компаний? Если мы с вами предполагаем, что самый даже микро-микробизнес имеет возможность в день оцифровать 2 человек, возьмем прям вот эти 2 человека просто за базу. Да? Мы сейчас не говорим про потоковый бизнес. Это рестораны, это автомойки и так далее. 2 человека, 1000 бизнесов, умножаем 1000 на 2, просто берем и умножаем 1000 на 2 и получаем 60 человек. Это 2000. 2000, друзья, в день. Да. Эти 2000 умножаем на 30 рабочих дней, получаем 60 тысяч оцифрованной аудитории. Это всего лишь 1000 компаний. План у нас с вами стоит до конца года 20 тысяч компаний. И я почему-то думаю, что мы с вами перевыполним. Если мы с вами умножим вот это 60 тысяч на 1000 компаний, просто умножим на 20, мы получим с вами оцифровку 1 200 000 человек в месяц. Это на пике в конце года. Соответственно, друзья, что мы делаем с вами? Строя сейчас свою структуру, находя ресурсных людей, которые могут включиться в стажерство, они станут лицензиатами, они будут заводить бизнесы. Бизнес, который стоит на платформе, видит возможности монетизации бэкграунда. У них большие обширные связи в бизнес-среде. Они начнут приводить сами других предпринимателей, ставить их на платформу. Так вот, достаточно небольшой группой ресурсных людей вы сможете выстроить просто великолепную команду, которая даст вам очень большие возможности финансовые, если все, я думаю, что все присутствующие знают, как построен наш маркетинг. Вот, поэтому, друзья, сейчас работаем над тем, что находим ресурсных людей. Нет у нас с вами задачи оцифровать всю страну. Чем больше бизнесов на платформе, тем интереснее клиентам транзакции в этих партнерах получать кэшбэк живыми деньгами. Вот на каком-то этапе начнется борьба. Если сейчас мы с вами боремся за ресурсных людей, которые будут на платформу бизнес ставить, то уже через месяц, через 2, через 3 начнется борьба за клиента. Вот, потому что именно бизнесу эффективнее оцифровать аудиторию, потому что клиент уже пришел, он уже купил либо услугу, либо товар, и ему уже здесь на месте официант предложит оцифроваться и получить кэшбэк живыми деньгами. Вот наш путь, друзья. Поэтому... И здесь прям вспоминаются такие три буквы, как КПД, коэффициент полезного действия. Сейчас каждый из вас уже знает, сколько ему нужно сил потратить, чтобы, например, увеличить свою структуру, например, на 100 человек. Да? Ну, то есть не обязательно в первую линию, конечно. Вот, а вы знаете, сколько времени и сколько сил у вас уходит на то, чтобы там, ваша структура выросла примерно на 100 человек. И вам для этого нужно найти энное количество людей в первую линию, проработать с ней, помогать в своей первой линии работать со второй линией и так далее.
Вот. Я абсолютно уверен на 100%. Если вы находите, например, одного человека в первую линию к себе, партнера, который коммуникабельный, который разбирается в технологиях, который способен к обучению, да, например, на моих обучениях, и он просто вместе с вами начинает включать бизнес, вот эти вот 100 человек, которые из первого примера, они подключатся благодаря подключенному вами и вашим партнерам бизнесу гораздо быстрее, просто намного. И коэффициент полезного действия здесь возрастает просто не в разы, наверное, а в десятки раз. Поэтому закидываем вам такую удочку. Сместить немножко фокус внимания не просто на подключение людей в свою структуру, кто там будет тратить 10 тысяч рублей в месяц, да, и приглашать по несколько человек в месяц, и ваша структура будет расти, а сфокусироваться на подключении бизнеса, потому что оцифровывая бизнес своих клиентов, они же идут в вашу структуру тоже, и вы тоже с них получаете транзакционные и все другие виды доходов. Вот, поэтому подумайте над этой мыслью. Уже завтра вам будет легче, на самом деле, работать, потому что уже появляются первые кейсы, и завтра эти кейсы будут сотни, а потом тысяча, и на результатах этих кейсов вам будет эффективнее включать в том числе ресурсных людей в проект, потому что, не забываем, мы финтех, то есть у нас инструмент на сегодняшний день, ни у кого таких инструментов нет. И уже через какое-то время у нас, если сейчас, вот я вот смотрю, у нас аудитория с вами уже поздравляет, 36 137, это ночью в 12 часов ко мне статистика приходит, то уже через какое-то время нас будет сотни тысяч, а потом нас будет миллионы. Вот. И, соответственно, и вход в бизнес уже будет не через возможность бэкграунда, да, и монетизировать. А мы каждому бизнесу будем интересны с точки зрения большой аудитории, с точки зрения коммуникации этой аудитории. Через какое-то время мы начнем подключать крупный ритейл. Мы уже в апреле ездим, нас пригласили на пласт-форум, нашу компанию, и мы будем представлять интерес лови кэшбэк среди всех крупных ритейл. То есть на этом платформе соберется весь крупный ритейл. Мы туда ездим большой командой, человек 5-6. И, соответственно, это будет наше первое знакомство крупного ритейла с нашим проектом. Вот. И надеюсь, что мы оттуда приедем с большим количеством кейсов, которые захотят стать на платформу. Так, друзья, вроде все рассказал. Давайте тогда передавай слово дальше. Передаем слово Артему Козлову, топ-лидер проекта лови кэшбэк. Прошу. Привет-привет, друзья! На связи Артем Козлов. Поставьте, пожалуйста, от 1 до 10, как видно, меня слышно, видно ли презентацию, и буквально через минутку я начну. Тема моего сегодняшнего короткого спича – это как привлекать в наш любимый проект ресурсных людей. И если вам эта тема актуальна, поставьте, прям напишите «актуально» и много там восклицательных знаков, огонечков и так далее, если тема вам откликается. Я сейчас посмотрю. Все видно, слышно, поэтому погнали. Ценю очень ваше время и свое тоже. Итак, давайте сначала определимся, кто же такие ресурсные люди. Вообще, о чем идет речь? Логично, что это люди, у которых много ресурсов. А каких это ресурсов? Да? Это такой называемый человеческий социальный капитал. Это могут быть связи. Это могут быть какие-то медийные истории, у кого много подписчиков. Это могут быть бизнесмены-маркетологи. И давайте пройдемся по категориям этих людей. Во-первых, это сетевики. То есть это люди, которым не нужно объяснять, да, что многоуровневая реферальная программа – это классно. То есть не нужно снимать все эти возражения, они и так это знают. В идеале, если это люди уже с большим опытом, у которых уже есть структуры, собственно говоря, у меня в моей структуре, в моей команде уже достаточно большое количество таких прекрасных людей, которые уже прямо сейчас работают. Второе – это лидеры мнений, это блогеры, инфлюенсеры, там, знаете, там люди, у кого много подписчиков в Инстаграм, в Ютьюбе и так далее, поскольку они обладают большим влиянием на людей, и, соответственно, если им дать правильные инструменты, правильно их научить, здесь это может, ну, как бы очень хорошо и классно стрельнуть. Дальше, предприниматели, поскольку, вот как Ислам только что, да, с Милем рассказали, мы заинтересованы подключать на платформу бизнеса, и, конечно же, предприниматели, особенно у которых есть, например, сеть из 3 автомоек, там, из 4 ресторанчиков, ну, чем больше сети, конечно же, лучше, но не все, да, чувствуют в себе уверенность выходить на какие-то прям большие предприятия, то вы можете даже начинать с небольших каких-то предприятий, предпринимателей, бизнесменов.
трендов. И, конечно же, маркетологи. Я уже много вам рассказывал. Я, поскольку человек ленивый, я мыслю оптовиками. То есть, смотрите, мы можем просто привлекать людей, маму, папу, кто будет расплачиваться карточкой, пока это, ну, как бы сложно, им нужно все это рассказывать. Дальше. Мы можем привлекать бизнесы, да, которые будут привлекать вот этих людей, это уже, ну, как бы круче, да, КПД выше. А мы можем привлекать людей, которые будут привлекать бизнесы. И одна из категорий таких людей – это маркетологи. То есть это люди, которые уже работают с бизнесами, у них есть доверие определенное. И когда маркетолог скажет, слушай, а хочешь еще больше денег, повысить лояльность, и всего это там за единоразовый платеж в 10 тысяч рублей, 5 плюс 5 тысяч, ну, конечно же, многие бизнесы согласятся. Поэтому, если вы хотите получить вот таких классных людей себе в команду, пишите слово «хочу» прямо сейчас в комментариях, а я вам расскажу, как это сделать, такие базовые наметки. Обратите внимание, что ключевые люди – это люди, которые масштабные по мышлению. И именно эти люди чаще всего могут посмотреть немножко дальше. И для них важен масштаб. Поэтому обязательно покажите им картинку, да, вам нужно показать и донести им именно видение. Видение будущего. И масштабы здесь играют очень большую роль. Вот я лично ездил в Казань, в офис, и большое спасибо Исламу, который из сейфа достал вот этот договор с виза, я его лично читал, да, и вот, собственно говоря, вы можете на меня ссылаться, на мою жену, которая Наталья Ботнева, которая это делает, либо, ну, в принципе, да, то есть виза, огромный просто, да, ну, как бы масштабный проект, международный, и я говорю так, что как ты думаешь, вот виза, мы являемся стратегическим партнером виза. Как ты думаешь, виза, наверное, лучше, чем мы с тобой вместе взяты, видит на годы, может быть, на десятилетия, может быть, даже на 100 лет вперед. И когда мы, скажем так, являемся стратегическим партнером, это показывает масштабы. Банки, опять же, да, на данный момент это Акбарс. Скоро будут еще много других банков. То есть вот этот весь масштаб вам нужно показать вот эту картинку. Это первая история. Второе, это проект в самом начале. Люди, которые мыслят глобально, они понимают, насколько важно быть в начале проекта. Я много раз рассказывал пример из другой сетевой компании. Есть прекрасная девушка, которая сейчас получает примерно от 5 до 7 миллионов рублей в месяц. Это просто моя знакомая, поэтому я рассказываю конкретно этот пример. Она пришла в компанию в начале, вот примерно как мы сейчас. Там тоже было, скажем так, вот это вот детские болезни, да, в компании это называется. И она много работала. Нельзя сказать, что она ковырялась в носу, но она пришла в нужное время и в нужное место и, грубо говоря, застолбила за собой определенные команды, да, определенный рынок, и мы сейчас находимся в том же месте, как и она, в правильное место, в правильном времени. Поэтому это тоже надо донести, что мы в самом начале, и мы можем забрать самые сливки, да, вот прям, причем, обратите внимание, это не значит, что через год нельзя будет достичь каких-то, или там через два в нашей компании больших результатов. Дело просто в том, что нужно приложить будет больше усилий. То есть сейчас это можно делать, ну, как бы на лайте, потому что все разрастается, команда разрастается в геометрической прогрессии. Ну и, конечно же, нет конкуренции, и можно совмещать с другими проектами. Я имею в виду, что, допустим, если сетевик в какой-то другой компании, наша компания не является конкурентом, потому что мы не забираем деньги, да, человек как тратил там, не знаю, баночки свои какие-нибудь, какую-нибудь там косметику, например, покупал, он так и покупает, просто наплачивает с нашей карты, то есть мы не конкурируем, и это важное отличие, поскольку, ну, если человек ресурсный, у него, скорее всего, есть уже какие-то проекты, и он должен понимать, что он не теряет, да, не потеряет в своих текущих проектах. Дальше хотел бы вам рассказать про секретную технику, которая называется упущенная возможность, и действует она следующим образом. Допустим, у вас есть ключевой человек, ресурсный, его зовут Василий. Но вы с этим Василием по десятибалльной шкале общаетесь на двоечку, на троечку. Ну, то есть там, в принципе, вы, может быть, вы знакомы, либо как-то, но напрямую вряд ли он будет вас слушать. Но есть другой человек, например, Мария, которая с этим человеком общается по десятибалльной на семерочку. Но вы с Марией, соответственно, тоже общаетесь достаточно близко. Поэтому вы приходите к Марии и говорите: «Мария, смотри, у меня есть вот такой классный проект, я все равно пойду к Василию через несколько дней». Но как бы ты с ним лучше общаешься, вот давай подключайся, он же ресурсный человек, представляешь, насколько как бы ты стартанешь быстро, когда сможешь привлечь в проект вот этого Василия классного. И достаточно много людей понимают, что, блин,
это действительно упущенная прибыль. Если я сейчас как бы не включусь, то вот этот вот ресурсный человек уйдет ко мне, к Артему, и, соответственно, начинаю действовать. Я по такой схеме подключил несколько, да, ключевых людей, и поскольку есть такое понятие дубликация, да, в моей команде эту технику тоже используют. Обязательно это делайте. Тоже такой лайфхак. Есть одна прекрасная девушка, она, соответственно, подключилась, но ничего не делает из компании. И я ей говорю, что смотри, все равно, да, как бы, если ты не расскажешь своим людям эту информацию, это сделаю либо я, либо кто-то, ну, как бы, из других, да, команд, из других каких-то источников они получат. Поэтому, ну, конечно же, логично, чтобы твои люди получили информацию непосредственно от тебя. С этой техникой мы закончили. И последнее, как обычно, чтобы у нас не превратилось все в ППР, пришли, поговорили, разошлись, нам нужен пошаговый план. Первое, прямо сейчас напишите своему наставнику и добейтесь согласия на так называемые тройки. Как я подключал своих ключевых людей в самом начале, когда я еще не разбирался. Я просил своего наставника, и мы созванивались на троих. То есть этот ключевой человек, я и мой наставник. Мой наставник рассказывал перспективы проекта, как все классно, как все здорово и замечательно. Я в этот момент слушал и учился. Ну и, соответственно, человек ключевой получал более качественную, более полную информацию. И то же самое будете делать вы и будут делать ваши люди. То есть я говорю так, ко мне присоединяется человек, говорю, смотри, я готов проинвестировать первые 1, 2, 3 встречи, провести. Сначала я проведу, ты послушаешь, потом ты проведешь, я, если что, подкорректирую. Ну и там через 3, 4, 5 встреч ты уже будешь проводить. Поэтому прямо сейчас напишите своему наставнику и запросите у него возможность, согласие, чтобы он вас поддержал в этих тройках. Дальше составьте список вот этих ключевых людей, к которым вы можете достучаться, дозвониться, дописаться, либо людей, которые знают этих людей. Помните технику упущенная прибыль? Ну и, конечно же, назначить созвон и встречу тройку. Все у вас при этом будет хорошо и классно. Я уверен, что все структуры будут расти. Я буду заканчивать. На связи был Артем Козлов. Всем пока. Пока, если это было полезно, напишите в комментариях полезное, много огоньков, передаю слово дальше. Артем, большое спасибо, очень круто, супер, быстро по делу. Я сам записал для себя лайфхаки, да, и супер, вообще прям одно слово, супер, спасибо. Друзья, я коротко еще туда ставлю, перед тем, как другому спикеру отдадут. Вот Эмиль напомнил, стажеры получают с бизнеса 4000 рублей, помним, да? Потому что мы тут не учли, что наш замечательный алгоритм по маркетингу, потому что бизнесы стали уже подключаться, и люди, которые стоят, подключили эти бизнесы, получили, они стажеры, и они получили коэффициент с коэффициентом 0,8, то есть 3200 маркетинг на числа. Мы сейчас алгоритм меняем, это не будет касаться подключаемых бизнесов, и мы, как и вам говорили, стажер будет получать 4000 рублей. Так, с этим вроде все. По поводу... Я, наверное, все-таки дополню еще, потому что, смотрите, по маркетинг-плану у нас все доходы получают только лицензиаты с коэффициентом 1. Партнеры и стажеры получают все доходы с коэффициентом 0,8. Вот, то есть там 20% от 0,5 транзакционного кэшбэка с первой линии, это получается какая-то сумма, умножаем на 0,8. Вот, точно так же было с доходом от бизнеса, и я там в обучениях, во всяких видеороликах говорил, что стажер получает 4000 рублей в личку за подключенный бизнес. Но стажеры, которые уже получили 3200 и начали писать мне в чатах и так далее, почему 3200, а не 4. Я говорю, так все же нормально, то есть с коэффициентом 0,8. Вот. А в итоге вот в выходные мы решили, что все-таки стажер получает ровно 4000 за подключенный бизнес, а все остальные доходы продолжают получать с коэффициентом 0,8. Да, мы немножко корректировочку сделали, потому что раз про 4000 говорили, то есть мы эту историю возвращаем. Друзья, тут все спрашивают про съемки, которые у нас проходили. Мне пришлось экстренно лететь в Москву, пригласили нас на Первый канал как эксперта. Для меня это было на самом деле очень неожиданно, потому что вот, мы вроде малыши еще, а мы тут уже нас приглашают в качестве экспертов, и в общем выступил я. Основной вопрос был, зачем нужна маркетплейсам своя виртуальная карта. Как мы знаем, что и Озон, и Wildberries свою цифровую карту выпустили.
И ко мне как эксперту, соответственно, были вопросы, зачем они это сделали, почему они по этому пути пошли. То есть я был не единственный эксперт, которого снимали, но был единственный эксперт, который оказался знающий, скажем так, изнутри всю кухню, зачем маркетплейсу это нужно. То есть информация только от меня прозвучала. И основной, соответственно, посыл – это то, что Wildberries и Ozon экономят деньги на эквайринге, потому что если идет транзакция их карте, они точно так же на этом экономят деньги там в размере в среднем 0,7%. А если этой картой пойдут дальше транзакции с людьми, которые эту карту выпустят в других местах, то Ozon и Wildberries будут на этом зарабатывать. Спойлеры, Ислам Ринатович. И это просто очень забавно, потому что, вот, опираясь на это интервью, мы бизнесом будем предлагать следующую механику. Мы сейчас новую презентацию наши ребята готовим. Ребят, будьте как Wildberries, будьте как Ozon, зарабатывайте и экономьте на том, что ваша аудитория транзакции в других местах. То есть это прям посыл. А нам же пришлют твое интервью с Первого канала. Ну вот сегодня, да, я попросил там корреспондентов и девочек, которые, собственно, это все продюсировали, когда они написали, что будет 24.02. То есть мы ссылочку найдем и ее вышлем в инфоканал. То есть я сам с любопытством посмотрю, как это все получилось. Потому что снимали вроде достаточно долго, но это будет выжимка какая-то, какой-то информации. Посмотрим, как это будет выглядеть. Так, вроде все. Давайте дальше. А, кстати, секундочку, еще, кстати, интересный момент. Тут ко мне приходит пуш-уведомление с магазина, где я, собственно, периодически покупаю продукты, потому что это на пути к моему дому, я живу за городом, с предложением, что Ислам Ринатович, теперь вы можете получать с первой покупки 10% кэшбэк. Я такой в удивлении, причем это сделали наши стажеры, причем стажеры, которые приехали в Казань из других городов, это Естехина Кристина. И, как оказалось, они вначале подключили предпринимателя, а сейчас подключают еще ряд бизнесов через этого предпринимателя. То есть все точки, которые стоят вокруг этого колбасного магазина, замечательного. Действительно, очень вкусный продукт, очень вкусный хлеб. Я там икру покупаю. То есть, ну, прям вот я там очень часто. Вот теперь я буду покупать там с кэшбэком. То есть вот вам путь. То есть подключается предприниматель подключает на своем кейсе других предпринимателей. Все, передаем дальше. Александра, welcome. Это видеомикрофон. Добрый день. У меня прям сразу выключилось видео. Так, отлично. Я тогда хочу сообщить. Сейчас прям минуточку позвольте, я прям включу себе свет. У меня свет вырубился. Прям минуточку. Пока Александр включает свет, хочу еще сказать, что вообще у нас, по крайней мере, в центральном офисе в Казани такая классная атмосфера, у нас очень много работы, появляются каждый раз какие-то новые задачи. Мы готовим сейчас коммерческое предложение, красивое, развернутое для стажеров, чтобы они включали бизнес. Готовим новую презентацию вот, с добавлением информации о том, что бизнес может зарабатывать на своих клиентах. А у нас какие-то приходят гости, партнеры, и прям вот проект оживает с каждым днем и набирает обороты. Все, Александр, я пока тут просто паузу занял. Да, я прям неожиданно, я думаю, что это очень хороший для меня знак. Я как раз сейчас расскажу про тему подключение бизнесов. У нас прям на предыдущей неделе был потрясающий опыт по общению с предпринимателями. Более подробно об этом расскажет следующий спикер, топ-лидер Татьяна Кузьминых. А я сейчас хочу рассказать свой опыт, как я работаю с предпринимателями, так как я из мира бизнеса, инвестиций, и, соответственно, я больше понимаю их язык. И скажите, пожалуйста, у меня к вам первый вопрос. Страшно ли вам общаться с бизнесом? Напишите, пожалуйста, по-честному. И если да, то я вам скажу, каким образом можно попробовать вам действовать, если это так. Я предположу, что большинству все-таки страшно. Давайте по-честному. Я сейчас не говорю про тех людей, которые профессионалы и уже умеют разговаривать на языке бизнеса. Все-таки большинство людей не владеют бизнес-терминологией, мышлением каким-то. Да? То есть то, что не позволяет показать проект «Лови кэшбэк» сразу с нужной стороны.
Кристина, добрый день. Вот я буду говорить сейчас про малый и средний бизнес. Чаще всего мы обращаемся к кому? К малому бизнесу. И мы хотим убедить, то есть мы встаем в позицию «бизнес больше, я меньше». Вот я вам предлагаю в следующий раз, когда вы пойдете общаться с предпринимателями, встать в позицию «я равный». Все просто. Скажите, пожалуйста, а кто главный? Я сейчас говорю, по крайней мере, про малый и средний бизнес B2C, ну, то есть бизнес, который работает с клиентом. Кто главный в бизнесе? Не так. Кто главный? Бизнес или клиент? Вот дайте обратную связь. Как вы считаете, бизнес выживет без клиента? Бизнес вообще выживет без дохода, прибыли? Я почему вам так уверенно это говорю? Потому что перед пандемией я закрыла свою прачечную в городе Москве. Поэтому я очень хорошо понимаю, что такое малый бизнес. Более того, я человек, который с бизнес-партнерами создала достаточно большой бизнес в интернете. Я тоже знаю, как там мыслят предприниматели. Вот я вам сразу говорю, и вы понимаете, что вы главные. И когда вы идете к предпринимателю общаться, ваша задача – встать в равную позицию и общаться с бизнесом в таком ключе. Я сейчас говорю про малый все-таки средний бизнес, помните, да? Не про уже достаточно серьезные бизнесы, там надо разговаривать по-другому. Вот в малом бизнесе чаще всего это ваши знакомые, и вы можете с ним сесть и пообщаться в таком ключе. Скажи мне, пожалуйста, как ты заботишься о своем клиенте? Вот я приду к тебе и что-то у тебя куплю. Скажи мне, пожалуйста, как ты позаботишься обо мне? Парикмахерская ты, либо ты, как вот сейчас было сказано, колбасы продаешь, еще что-то, неважно. Ты как обо мне заботишься? Бизнес, возможно, ну, то есть человек, который создал этот бизнес, он, возможно, задумается. Возможно, он вам ответит, у меня есть программа лояльности и так далее. Вот тут вы у него спросите, хорошо, скажи мне, пожалуйста, встань на мое место и дай мне знать, программа эта лояльность, которую ты мне предлагаешь, она насколько мне может быть интересна? Вот я реально пойду дальше помнить о том, что ты мне какие-то баллы начислил. То, что ты мне скидку дал, потому что мы с тобой знакомы там много лет, я тебя очень благодарю, но это про дружбу, а мы сейчас про бизнес. И таким образом, задавая вопросы такому предпринимателю, вы можете его заставить задуматься. Не с позиции, что он круче вас, и у него, значит, бизнес, а вы тут пришли ему чего-то предлагать. Нет, мой дорогой, с позиции равных. Я твой клиент, и я тебе несу деньги, чтобы ты бизнес дорогой жил. Потому что если не ты, я пойду в другой бизнес. Потому что конкуренция просто бешеная за клиента. Особенно после пандемии. Далее, когда вы скажете, ты знаешь, что уже есть такие программы лояльности, где есть возможность мне, как клиенту, получать кэшбэк рублями, который я могу дальше потратить либо у тебя, либо я пойду потрачу еще где-то, где мне комфортно. Рядом в кафе выпью чашечку кофе. И таким образом вы дадите бизнесу тоже задуматься. Я не гарантирую, что бизнес побежит сразу ставить Вави кэшбэк как систему. Но вы дадите возможность, вы посеете зерно этому человеку, как, например, сделал один из моих партнеров в Москве. На предыдущей неделе мой бизнес-партнер Ольга сходила в стоматологию, 20 стоматологий по Москве, они достаточно известные в Москве, и как клиентка обратилась к ним, вот то, что про то, что я вам рассказала. Она спросила, а у вас есть программа лояльности? Выяснилось, что у них даже программы лояльности нет. А она, я так понимаю, уже давно там. Она говорит, ну, слушайте, вы мне скажите, пожалуйста, ну, как вы вообще обо мне позаботитесь? Ведь я вот у вас уже клиент, который давно. Ну, там как бы ничего не могли толком ответить. И Ольга делает ход конем. Она пошла к книге отзывов. Она начала ее листать, причем листать при персонале. И откуда-то ни возьмись, к ней подходит
Главврач, вот вы удивитесь, подходит главврач, спрашивает, что-то вам не понравилось, что происходит. Она сказала, да, действительно, вот я хочу посмотреть, вот какие у вас отзывы. Я, например, пользуюсь другими услугами других клиник, мне предоставляют определенную какую-то лояльность. Вот какая у вас лояльность? И она начала рассказывать про то, что есть такая возможность установить платформу. И он дал ей свой телефон. Да, конечно, он дальше сосвался на маркетологов, о том, что он отправит маркетологам эту информацию, да, и они будут рассматривать. Но сам факт того, что это работает, понимаете, моя бизнес-партнер, она встала на позицию равных, потому что она, извините, принесла деньги в этот бизнес, она, да, получила услугу, но она в любой момент может развернуться и пойти к другому бизнес-партнеру, ну, в смысле, бизнес-клиенту. Ну, в общем, я думаю, что вы понимаете, о чем я говорю. Теперь дайте мне, пожалуйста, обратную связь. Вот вы, как часто, когда заходите к бизнесу, как вы видите, как вы чувствуете себя? То есть насколько вам стало привычно заходить в любой бизнес, ну и ощущать себя, что я просто какой-то очередной клиент? Или вы все-таки тот, кто заботится? То есть тот, о ком бизнес, по сути дела, позаботится, как о клиенте, естественно. Зачем это бизнесу? В том, чтобы сохранить вас как клиента и создать условия, чтобы вы захотели назад вернуться к этому клиенту. Сейчас я почитаю обратную связь и потихоньку буду передавать слово следующему спикеру. Жестковаты вы. Павел, здесь смотрите. Я думаю так, что, возможно, вам кажется, что жестковато, но на самом деле, когда общаешься с предпринимателями, вот я за последние несколько недель только делаю, что общаюсь с предпринимателями, и, кстати, уже вот после этого мероприятия я опять пойду общаться с предпринимателями. И я прекрасно понимаю, что если я буду слишком мягкой, ну, грубо здесь не подразумевается, да, если я буду слишком мягкой, если я буду неубедительной, если я буду плавать, если я не буду брать какой-то харизмой и еще чем-то, то навряд ли предприниматель меня будет слушать, потому что нет времени элементарно слушать. Понимаете? Так. Угу. Бизнес зарабатывает с клиентов, когда те уходят от них, если регистрируют клиента под себя. Это, ага, поняла. Тут еще важный момент. Вчера пил кофе, есть у них программа, но бариста даже не обратил на нее внимания. Как этот момент усилить? Хорошо, Виталий, я так понимаю, что вы уже начали вопросы задавать по поводу конкретно, как работают именно персонал. Я думаю, что здесь, скорее всего, Эмиль вам уже ответит. У него здесь достаточно опыта. Хорошо. Насколько вам было понятно мой спич, то, что я вам рассказала, да, с какой позиции я бы рекомендовала заходить в общение с бизнесом, с позиции на равных. То есть с такой позиции. Я не предлагаю вам быть грубым, ни в коем случае. Я не предлагаю вам быть мягким. Я предлагаю вам быть самим собой, но быть человеком, который клиент. Поэтому сейчас я передаю слово следующему спикеру. Я так понимаю, у нас Эмиль выйдет, да, и Татьяна Кузьминых. У меня все. Спасибо большое. Александр, большое спасибо. Подписываюсь под каждым словом. Я тоже на своих обучениях это говорю, что с моей точки зрения не только отношения между стажером и лицензиатом и потенциальным нашим бизнес-партнером должны быть на равных, но в принципе любые отношения, это же как бы нужно обоим. Если кому-то из партнеров что-то не нужно, зачем тогда выстраивать это отношение? В принципе, и я бы сказал, что отношения на равных нужно устраивать не только с нашими бизнес-партнерами, но и с друзьями, и личные отношения, потому что это самая правильная и самая надежная позиция, когда я и ты, с нами все хорошо, у меня есть что-то, что тебя может заинтересовать. Если тебе это интересно, давай вместе работать. Вот. Поэтому тут все нормально. И более того, нормально, когда мы можем прийти в какой-нибудь бизнес, а бизнес скажет, мне это не надо вообще. И тут тоже на эту тему не нужно расстраиваться. Он самостоятельный, взрослый, он понял предложение ваше, и он может сказать, что мне это не надо.
Поэтому тут все в порядке. Александр, еще раз большое спасибо за ваше выступление. Татьяна, пожалуйста, включайте камеру и звук. Передаю вам слово. Так и должно быть, чтобы я Эмилию видела на экране. А вот, все, вижу себя. Добрый день, друзья. Добрый день, рада всех приветствовать в сегодняшний понедельничный наш с вами день. Ну что, очень многое хочется сказать, поработали плодотворно. И Саша часть уже, Александра Даслер уже часть задела того, что я бы хотела вам рассказать. Вы знаете, ребят, на самом деле у нас произошел уникальный опыт. Мы сделали бизнес-форум онлайн. Пригласили Эмилия Николаевича для того, чтобы он поработал с теми предпринимателями, кого мы пригласили. Мы пригласили за 2 дня 40 предпринимателей, и каждый второй ответил и готов к сотрудничеству дальше. То есть наши партнеры работают с каждым вторым, идут дальше. Собственно, что мы сделали? Вот так же, как мы с вами сейчас общаемся, мы сделали на площадке, собрали партнеров. Ну, сначала в чатах собрали партнеров, которые готовы приглашать бизнесы, а потом объединили их в Zoom. А что делают наши партнеры? Наши партнеры вживую ходят по бизнесам. Вот как Саша Александра Даслер, прошу прощения, сказала, что нужно вставать на позицию равных. Приходят, разговаривают, берут визитки, общаются с руководством. Также это работает и по звонкам. По звонкам это тоже есть целая школа. Я проводила целую школу, как делать звонки для того, чтобы пригласить бизнес-партнера, ну, предпринимателя на форум. Но тогда я это делала, то есть у меня есть опыт, я делала по четвергам, так же, как мы в этот раз сделали в четверг, да, я делала бизнес-завтраки офлайн для предпринимателей. И я вам больше скажу, ребят, предприниматели приходили и за завтрак платили. То есть у нас входной билет стоил денег. Мы для них кафе, которое стояло на платформе, готовила столики. Были уже мини-завтраки, стояла водичка, они могли выбрать там что-то, сырники, кашу на свое усмотрение, чай, кофе. Ну, то есть это входило в те деньги, которые они оплатили за входной билет. И у нас всегда, каждый четверг был же ажиотаж. И я вам скажу, что это было в нескольких городах организовано. И те, кто делали это регулярно, это результат получали. То есть тут суть какая? Вот о чем Александра Даслер сказала. Встаешь на позицию равных, разговариваешь с людьми с позиции, какая у них есть программа лояльности, что они предлагают своим клиентам, чем они могут заинтересовать, чем-то удивить, так скажем, своего клиента, да? Вот. И в эту пятницу мы снова будем организовывать. Эмиль Николаевич меня поправит, если я не права, но, по-моему, мы перенесли на пятницу на этой неделе. Мы снова будем организовывать такой онлайн-бизнес-конференцию для предпринимателей. Ребят, просто прийти поглазеть не нужно. Вот на самом деле. Приходите, пожалуйста, с людьми, которых вы пригласили, потому что, ну, я не знаю, на самом деле, будет ли ограниченное количество мест. В этот раз у нас было большое количество людей, потому что у нас были и предприниматели 40 человек, и те, кто их пригласили. То есть присутствовали практически 90 человек на мероприятии. Вот. Первое мероприятие прошло очень прекрасно, очень замечательно. Всем понравилось, все остались довольны. Инициировала мероприятие Кристина Истехина, это партнер Эмиля Николаевича, присоединила меня, Александру Даслер и Наталью Сергиенко. И вот мы вчетвером со своими партнерами быстренько-быстренько по горячим следам провели это мероприятие. Ребят, тут на самом деле ничего удивительного или экстраординарного нет на самом деле. Я сама предприниматель. Я до того, как пришла в сеть,
Я ни разу, ни дня в найме не работала, я всегда что-то строила, какой-то из бизнесов, да, там начинала с малого, потом это выросло в более большой бизнес, вот. И мне, в принципе, психология предпринимателя понятна. Мне понятно, на что они тратят деньги. Мне понятно, что мы им можем предложить. Почему я, собственно, в предыдущем проекте и поставила в легкую за несколько месяцев 17 заведений самостоятельно? Потому что мне была понятна психология самого предпринимателя. Мне было понятно, что ему предложить. Наше с вами предложение – ну, оно уникально, это правда, потому что есть с чем сравнивать, и транзакционного кэшбэка уж точно ни у кого нет. Это если говорить о малом. А как у нас все устроено, как у нас все организовано, то это, конечно, мы сегодня передовые с вами. Вот. О чем сегодня Артем Козлов говорил, приглашайте ресурсных людей. Действительно, ребят, рассказывайте людям серьезным, в вашем понимании, да, мы же как, мы же всегда привыкли недооценивать себя, мы думаем, что вот он такой крутой, а вот куда мне до него, а вот если вы встанете на позицию равных, как Александра Даслер сказала, и действительно поговорите с позиции того, у вас есть сервис, у вас есть то, что ему предложить, рынок очень сильно поменялся, сегодня дефицита нет вообще ни в чем. Сегодня нужно удивлять клиента, сегодня нужно приучать клиента. И каждый бизнес мечтает попасть в телефон клиента. И мы с вами, компания «Лови кэшбэк», как раз именно это может организовать, как нельзя лучше. Вот, поэтому, ну что, собственно, про мероприятие еще сказать. Мы его снова организуем, но это будет все очень организовано, четко, слажено, это не будет... Вот я сегодня захотел, вчера не хотел. Это будет через наставников, ребят. Вы, пожалуйста, пообщайтесь со своими лидерами, чтобы это действительно было четко, слажено, сработано. Чтобы это не было какой-то куча мала и так далее. Наша задача сделать очень четкий, интересный форум, который будет дублицироваться, который мы будем делать регулярно. И я думаю, что... Ну вот сейчас послабление будет по, ну, по нашим тут, по здоровью, так скажем, да, послабление будет. И когда будет открыто как можно больше заведений, можно будет это делать снова вживую. Люди соскучились по общению. И вообще на самом деле в больших городах это нормально, когда люди ходят и обмениваются мнениями. У нас еще очень много идей, как объединять предпринимателей, но вот на сегодняшний день я с вами поделилась то, что у нас есть такой уже инструмент, как бизнес-форум, и в последующем мы, конечно же, будем добавлять офлайн. Я думаю, Ислам не будет против того, что мы будем офлайн такие мероприятия проводить. Будем выводить на экран с проектором, будут выходить лидеры, которые понимают уже про «Лови кэшбэк», и рассказывать предпринимателям о нашем предложении, ну и подключать, собственно. Вот, это еще один такой дополнительный инструмент. Все, что я сегодня хотела вам сказать. Великолепной, прекрасной нам рабочей недели, ребят. Ваша спасибо, Татьяна. Татьяна. Спасибо. Спасибо. Друзья, да, кстати, по поводу клуба... И онлайн-встречи, они только против. Мы сейчас сформировали экспертную команду со стороны Букфорса, да, и туда вошли ряд, скажем так, лидеров. И мы очень активно прорабатываем наш клуб предпринимателей, который сейчас в конце недели мы уже, соответственно, доработаем концепцию. Она очень интересная. Очень интересен опыт Эмиля и наших лидеров, когда они собрали на прошлой неделе 40 предпринимателей. И, собственно, это войдет сейчас в основу, когда мы будем на регулярной основе приглашать предпринимателей. В общем, концепция очень классная. Мы предпринимателям решаем задачу не только по монетизации бэкграунда и как финтех решаем их задачи. Мы будем решать разные задачи. Это дешевый эквайринг, это удобный РКО, открытие расчетного счета, это льготное кредитование для бизнеса. И много чего сюда войдет. Кстати, знаете, что хотел еще сказать, рассказать? Ну, с Билайном у нас вот сейчас, кстати, 2 часа будет пол, мы еще ряд вопросов сегодня договорим, и, собственно, оффер, наверное, будем уже запускать.
Помимо этого, мы хотим дать буфер, давно уже к нему готовимся, это рефинансирование потребительских кредитов. Сейчас вся страна закредитована. Я думаю, что у многих даже из наших участников есть кредиты, которые они могли бы реструктуризировать, получить более льготную процентную ставку от банков-партнеров наших. И нам за это будет очень хорошо, кстати, платить. Маркетинг мы планируем отдавать 8 тысяч с одной такой заявки. На секундочку. Вот. Потому что все давно нас торопят побольше офферов, именно которые будут монетизировать кросс-продукты. Так как кредитная карта у нас в процессе, я думаю, что на это потребуется там, от 3 до полугода. Вот. Но мы дадим ряд офферов. Ну вот сейчас по требам не очень нравится рефинансирование, потому что это действительно будет решать для многих экономить деньги с точки зрения не меньше 2% платить. И, соответственно, комиссия у нас высокая. Вот микрофинансовые займы еще есть, но мы сейчас с ним прорабатываем очень долгую историю с партнером с нашим, потому что мы хотим дать не общую процентную ставку, потому что она грабительская, да, там средневзвешенная процентная ставка по микрофинансовым займам 1% в день. Мы сейчас приближаем к банковскому проценту. Конечно, это не банковский, он будет дороже, этот кредит, но он будет. И дадим своей аудитории такими, скажем так, инструментами пользоваться. За такую заявку тоже будет в маркетинг уходить на сегодняшний день договоренность в 3000 рублей. Так что ждите. Так, я предлагаю на этом, наверное, закругляться. Плодотворно поговорили, рассказали о новостях. Кабинет мы усиленно готовимся. Эти команды сейчас только этим занимаются. Я имею новый кабинет для бизнеса, который очень красивый, очень функциональный. И где будет реализована одноуровневая реферальная программа для сотрудников. Дедлайн у нас стоит в февраль. До конца месяца ребята обещают закрыть, но если даже там буквально плюс-минус пару дней на самом деле, потому что уже все на финише. Все, друзья, следующий понедельник вас ждем. Всем спасибо, пока-пока.